и поехала назад, да? Корпорация «Трасса», вы вперед, что-то буксует. По стране подключаем Билайн, Мегафон, Теле2, Ростелеком, сим-карты бесплатно. Находимся на стоянке Тургай, направление на Уфу, бежевый вагончик. Вот я про что и говорю, что буксует постоянно. Сорок пять минут у меня ушло залиться. Полностью пауза получилась. Ну а что, 13 канистр и полный бачок. 320 литров. Я девчонке говорю, она говорит, сколько? Я говорю, 320. Она такая, как так-то? Никогда столько никто не забирает. Говорю, ничего, мы будем первое. Что вы думаете, по итогу она мне 32 включила. Я смотрю, 32 залила, все, закончилось. Я прихожу, говорю, так, наверное, там вместо 320-32. Не, пробила, говорит, 320. А потом в этот свой, в экран. Ой, говорит, точно. Говорит, я, говорит, не привыкла такие количество литров такое включать. И вот я поэтому ошиблась. Ну, что, включила, долили. Все. Сейчас мы здесь же развернемся. Вот, впереди у нас разворот. Наблюдаем. Разворот, разворот. Разворот через 300 метров. Летят все, летят. Вот. И на Тургай, на Торгай за водичкой и на обед. И на обед. О, пока там никого нету, можно ехать. Все, вот у нас наш обед. Супец грибной, правда, без сметаны пока. Сейчас мы в Челнах заедем в большой магазин. Там супермаркет, я знаю, где надо конфет набрать. К сеструхе ж еду киндером. Ну и себе в мою кабину. Тут и вода нужна, и то, и все. Вот, сметанки, маслица, всякого такого. Я ж не тащил это все с собой на своем горбу. И так чуть припер эти чемоданы. Вот, поэтому мы сейчас заедем. Немножко денег потратим в Челнах. И, в общем-то, все. Поэтому приятного нам аппетита. Ну, грибной супец без сметаны, ничего. Сейчас вот кофейком это дело шлифанем. Что-то кофе захотелось. Не хочу чая пока. И все, водички набрал. Канистр крышку сделал. Вроде не течет, но там поедем проверим. Все, приятного аппетита и поехали. А то что-то сегодня никакой работы. Я с такими темпами сегодня и даже не знаю, куда и заеду. Бы до Уфы сегодня добраться. А уже даже, я честно, сложно вспомнить, когда мы в Челнах-то последний раз были. Я смотрю, тут походу и пост замуровали этот. Закрытый или нет? Не закрыт, нет никого. Раньше Татарстан был обложен со всех сторон, еще и внутри этих всяких постов весовых того всего. Сейчас ничего нету, смотрите. Даже посты ДПС позакрывали. Вот один в Казани на въезде. Во всяком случае, все, что я знаю в Татарстане. Ограничение скорости. Или не там. Не, может быть, ну я их не вижу. Может быть,
Вот они там, конечно, и есть, но в данный момент их там нет. Самое мне понравилось, я когда через Челны ехал на 9 мая, как раз 10 вечера. Салют такой, все стоят на обочине там, как дальше поедем, по городу уже. Все стоят на обочине, ура, кричат, а мы едем там. Красиво, все салютуют. Ну да, конечно, победе это святое. Да, уже темнеет, 6:30 вечера, ё-моё, что сегодня какая-то не работает. Вроде и не стоял лишнего нигде. Вот с Ванькой встретились там. Но все равно с Ваней встретились почти час. Заправлялся почти час. Обедал час. Вот 3 часа только раз и выброси. А эти баржи вот днище им не ломает? Лед же он же как бы сжимает, сдавливает. Наверное, ж нет, раз стоят. Кама! Что впадает? Волга в Каму или Кама в Волгу? Кто скажет? Говорят, что Кама в Волгу. Многие говорят, что Волга в Каму. А здесь вот где ГЭС, все, вот водичка, пожалуйста. Вода не замерзает здесь. А дальше все, мерзнет. Тут не такая ГЭС, как это в Красноярске. Да в Красноярске там Енисей вообще не замерзает. Здесь-то потом, вон, пожалуйста, лед. Сейчас сюда весовую перенесли. Раньше она вот там была, за этим мостом. Ой, я когда-то тут проезд платный был. Я помню, вот там мост, там была платежка, надо было платить за вот то, что ты по этому мосту едешь. Я еще точно помню, мы Челны объезжали, платежку пускали, как будто через Челны ехали. Жулики, когда этих не было, GPS-ов этой всей, систем слежения. Сейчас-то уже не забалуешь, вот токи какие. Сейчас шаг влево, шаг вправо. Я вот только сюда поехал. Шеф звонит, говорит, а ты что туда поехал? Я говорю, в смысле? Ну ты же, говорит, вроде верхом любишь ездить. Ладно, говорю. Я говорю, туда низом, назад, верхом. Мне, говорит, шучу. В общем, так. А так платка была вот здесь. Здесь же и весовая была, и платежка. И все, и тут что-то, тут завесы, ой, как драли, ой. Но я так понял, как доложили, что здесь слишком уже здесь начали борзеть все эти службы весовые и те, которые рядом с ними паслись. Так вот, через, видите, сюда вот дикомазик стоит, и там проезжали. Там платка была, так весовая была вот здесь. Слишком начали борзеть. Слишком много хотели денег зарабатывать. Поэтому всех их поснимали. Еще показательно, если бы посадили спиток, ну не простых, а, ну и простых, а в основном начальников. О, грейдера везут. Новенькие. Без кабин. Ну и что, как тут у нас набережные Челны поживают нынче? Ремонт. Ремонт, это хорошо. На Алметьевск, Нижнекамск, вот здесь направо. Вот сюда, раз, направо и пошел. Нижнекамск, там этот... завод этот, господи, химический там, ну когда там дофига всяких этих производств были и там. И там, и там, и в Алметьевске, и в Нижнекамске. Давно, правда? Но
доводилось. А так вот тогда, я помню, вот так вот. Ну, сейчас тут не спустимся, так еду. Везде так на обочинах машинки стоят. Все ура, ура кричат. И салют. Едешь, балдеешь. Класс. Сейчас тоже какой-то проехал торговый центр, но это какой-то местный. Мы поедем то ли Лента там, то ли Ашан, я не помню точно. Знаю, что я там был. Мы когда здесь в челнах погружались, туда потом ползали. И после этого, когда ездил, пару раз туда заезжал. Поедем, надо немножко подзатариться. Домов же не было. Вот этих вот домов же не было или были? Такое ощущение, что все такое совсем новое. По-моему, их не было. Вон те дальше, которые, те были. Ну, продажа квартир, офисов. Видно, что недавно построены. Не было вот этого застроенного участка. Вот те вот были, это факт. Когда последний раз я здесь был. И когда тут было? Года два, наверное, назад. О, как все меняется. Ну, я что хотел? Жизнь течет, не останавливается. Мы едем прямо. Плавно поверните направо, затем используйте первый съезд. В общем-то, если нужно в магазин попасть, то так вот просто, ну, чисто продукты, то туда, куда я сейчас плюсь, ехать не обязательно. Здесь, в общем-то, недалеко, тут, если я не ошибаюсь, по-моему, тут километров 3, может, каких-то 4 надо проехать. Но я еду, я же хочу конфет хороших, а там большой гипермаркет, а у них там обычно выборы конфет большие. Не то, что там вот в Пятерочке, в Ленте, там, ну и не в Ленте, в Магните там. Есть, да, тоже выбор, но это не то, что мне хочется. То тормозят, то не тормозят, не поймешь. Господа, на УАЗике. Вот. Просто я знаю, что в большом гипермаркете. Ну, хочется же хороших таких взять там. Я уже не стал Олежку там кореша просить. В этом. В Мушковичах останавливаться неудобно. И так вез. На халяву. Шучу, конечно. Надо было бы остановиться, но... сам заеду, куплю. Вот, хочется таких каких-нибудь. Ну, необычных. Поэтому сейчас поедем там. Тут недалеко. Там можно, в принципе, потом через промзону и не возвращаться даже сюда, до этого кольца. А там направо через промзону и пошел. Вот, через 2 километра мне показывают место разворота, наверное. Как раз 2 километра и остается. Может, там уже его нету, правда, этого магазина? Фиг его знает, я там будто последний раз. Нет, все, можно встать, там дорогу перешел. Ну, правда, что по той стороне
Если на Москву идешь, то вообще хорошо. Остановился, пошел, перешел, набрал, что тебе надо. Но у нас маленько задача немножко другая. Все эти продукты, это понятно. Пить не проблема. Наверное, поехали мы во втором ряду, нет? Или в первом поедем? Мегастрой. В принципе, можно было и в Омске заехать, за Омском, вернее. Там тоже знаю. Там практически можно на машине туда подъехать. Готовьтесь через 310 метров выполнить разворот. Ставим. Да, все правильно. Вот здесь машину поставим. Пойдем туда, сходим. А потом вот туда, там на том кольце, направо и поехали. Может вот туда протянуть? Куда какой-то заезд. Я такой смотрю, довольно-таки накатанный. Наверное, вот сюда лучше протяну. Машинок, тюльпаны, тюльпаны, тюльпаны. 8 марта. Так, в сугроб мы сильно, конечно, не полезем. Вот так вот на полосе разгона здесь станем. В общем-то. На аварийках. Все, бежал я в магазин. Хотел показать, вон мы стоим на дороге, а вот прям люди вот прямо сюда заезжают. Я же говорю, мы сюда заезжали, паркинг для грузовиков, пожалуйста, и место есть, можно заезжать, становиться,
потом, видно, по кругу и выехать. Вообще без проблем. Так, маска с собой? С собой. Ну, видите, человек даже зашторенный стоит. Не стесняется. Серп, по-моему. Ага. Серп. И 30-й, астраханский. Ну все, пойдем. Погуляем. Давай, дядька, выезжай. Ну как зимой, просто неохота сюда заезжать. А так-то что? Вот так вот и пошел потом по кругу. Здесь свой выкрутил и поехал. Вот, еще час ушел. На все эти походы по магазинам. Кажется. Время уже 7 вечера. Московское. Вечера. Ну сколько мы еще? Ну часа 4 проедем. До Уфы-то доедем сегодня, не доедем. Вот, казалось бы, туда-сюда, туда-сюда. А все ж надо, не просто ж так. Не потому что делать нечего, а вот все надо. Ну, нормально, такой пакет лентовский, так полпакета такое получилось. Конфет. Килограмма, наверное, 2,5. Ну все, главное, что ребятишки будут рады. Все, а мы сейчас по промзоне и выходим обратно туда. Вот улица Моторная какая-то. По этой улице выходим туда. В сторону Уфы, ну и поехали. Надо же сегодня еще хотя бы... Хотя бы что-то надо же сегодня еще проехать. Что ты? Куда ты? Ты меня пропускаешь? Точно. Тут надо было что, мне уступить дорогу? По-моему, крок было главное. Он решил меня пропустить. Не знаю почему. Ну, решил, решил. Погнали. Уфа! Yaratmış ya, yaratmış ya, yaratmış ya.
Яратмыша, кушаклама, сизем күрем, аңлым белем, йөрәгеңне ярлалама, кушаклама, яратмыша, яратмыша, кушаклама. Проехали с этими всеми. Там постою, тут постою. Что-то да проехали. Добрый, подорожный. Дорожная сеть. Ой, все, сейчас доспим, чтоб вчера не доспали толком. С завтрашнего дня. Работать будет, а? По ряду? Или вот к длинному можешь поставить? К этому, да? Ну, давай. А, вон, поставлю с автовозиком. Тогда на сегодня все, братцы. Завтра у нас 8 марта. Тут еще нужно кое-что подготовить. Поэтому заняться будет чем? Но это мы будем делать утром. Выполните разворот там. С вечера. Можно было и сюда, только если мордой под горку. Ладно, сейчас этим автовозиком здесь стану. Все? Тогда до завтра. Изменение машины.
просто, видео.